Я очень рада, что вы все участвуете в таком мероприятии, потому что, в принципе, то, что вы делаете, это является залогом новых проектов, которые будут в любом случае в каком-то виде реализованы в нашем регионе. И чем интереснее ваша идея, и чем она приближеннее к жизни, тем быстрее, соответственно, она будет реализована, и вы будете видеть плоды ваших трудов. Все ваши проекты так или иначе пересекаются с большим проектом, который называется «Умный город». Мне очень приятно участвовать в таком мероприятии, потому что доставляет большое удовольствие с глазу на глаз обговорить те проекты, которые рождаются непосредственно, скажем так, в ваших главах, в главах детей, в главах подростков. Самое главное, что я хочу вам пожелать, вы не стесняйтесь, будьте уверены, напористыми, потому что подача материала – это половина успеха. Важно, что вы сделали, но еще важнее, как вы это подадите. Поэтому понаглее, поуспешнее, и все у вас получится.